Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Татинского, Усть-Алданского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 123 очага и 155 действующих природных пожаров. За сутки ликвидировано 11 пожаров на общей площади свыше 50 тысяч гектар и локализовано 9 на площади более 39 тысяч гектар. В населенных пунктах Бясь-Кюэль, Кырыкый, Кылай, Итыкюэль, Ударник и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. В Кобяйском, Тампонском и Мирнинском районах была задействована авиация ведомства. Произведено 13 сливов и сброшено 108 тонн воды. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 3575 человек и 511 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств Федерального резерва авиалесоохраны. За сутки группировка сил привлеченного состава увеличилась на 395 человек. Количество техники увеличилось на 63 единицы за счет наращивания сил и средств на действующие пожары в Горном и Кобяйском районах. Сегодня аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Тампонского, Татинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов, где сохраняется напряженная обстановка с природными пожарами. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Итыкюэль, Кальвица, Айхал, Сите, Кырыкый и Гыахтах.